Всем привет, ребята! С вами Захар, и сегодня мы поиграем в замечательную игру под названием Roblox. Сегодня мы поиграем в такую игру, как под названием, то есть, Убийца. Я в нее поиграл уже денька примерно 3. Я сейчас вот только что собрал подарочек за 3-й день. У меня 8-й ранг. Но это, конечно, фигня. Я же, как бы сказать, на башке. Но я помню, я раньше в нее играл. Вот аж поэтому опыт у меня есть. У меня же есть скин на ножик. Здесь можно покупать, значит, всякие штучки. Допустим, такие вот ножи. Дальше можно выбирать своего убийцу, за которого ты будешь играть. Пока у меня это Джефф убийца. Потом можешь купить себе дом. Фигня или еще какая-то фигня еще. Вот, в общем, так-то. Я сказал, что у меня уже есть такой мальчик красивенький, да? Хотя оранжевый. Мне нравится оранжевый цвет. И еще зеленый. Вот эти самые такие бобы для меня цвета. Вот он такой у меня. Хорош. Вот. Есть у нас вот такая прикольненькая, вообще интересненькая карта. И недавно только вышло обновление зимнее. То есть вообще имба. Можно вот посидеть вот здесь. И можно поглядеть закаткой. Получается, вот сейчас что происходит в карточке. Еще убийцы у нас бегают за кем-то. Давайте посмотрим, ну, допустим, за этим чем-то. Открылся вход. Да. Ой, я ничего не нажал. Это обменно. Ну, короче, такие дела. У многих уже есть хороший дом ранг, 15-й есть, 18-й, 12-й. И я один раз увидел такого челика, у которого там, вообще, не помню, но вроде 30 с чем-то был ранг, это вообще, блин, офигеть. И я когда раньше играл, у меня был вроде 13-й ранг, и все, я удалил тогда Roblox. Ну и сейчас начнется новая карта. Я, возможно, стану тем, кто будет убегать от убийцы, или самим убийцей. Это мы выбираем карту. Я выбрал классическое лесное болото. За него проголосовало большинство. Так. Угу. Понятно. Все, пошли нас собирать убийцу. Так, кто же у нас убийца? Прикол, я в первый раз. Нет, кстати, я вон там был. И вот как у нас будет выглядеть убийца. Прикольненько, прикольненько. Так, ну а теперь поехали. Воу. Потише. Так, здесь мы оказались. Здесь еще есть такие предметы, которые можно продавать и получать больше денег. А за эти деньги, как вы понимаете, мы можем... Опа. Мы можем покупать, вернее... Ё-моё. Мы можем, получается... Получается, мы можем покупать ножики, вот эти вот костюмчики на убийц и все такое. Подарочки. Ну, подарочки, я не знаю, как его использовать. Пока еще нет, я не знаю. Потом как-нибудь возьму. Пока его брать не хочу, потому что меня палить будет, потому что он слишком огромный. Когда буду бежать, у нас не использует. Самый неподходящий момент. Да, еще за денежки можно покупать дом.
И там еще какие-то фигни можно покупать. О, пицца. Пицца это так же, как и подарочек там же. А вон убийца, видите, да? Вот это он у нас убийца. Ага, не запрыгнул. Ну-ка. Опа! Да боже. Ну, уходи давай. Нет, не ушел. Я еще сейчас раз сюда выпрыгну. Не пойму, где он. Нет. Я понял. Если что, вот в эти ящики можно прятаться. Но если в эти ящики загнилет убийца, то все. О май гад. Хочу здесь прятаться. Мне кажется, будет прикольно. Во, имба, вот так вот. О. Вот так вот, имба все. Так, ну ладно, я не скучно, не хочу здесь лежать. Давайте заберемся на крышу. Давайте попробуем. Опа! Да боже, конец. О! С кайфом. Новая крыша. Где он? Где он, я не понимаю. Когда вот этот звук и красный цвет, то значит он где-то рядом. Ну, типа, я не понимаю, что вот тут где он. Я могу еще на одну сторону перебежать. Я могу за карту... А, нет, ты не за карту, это такая фишечка, я понял. Опа. И мы можем еще лечь, чтобы пролезть, чтобы спрятаться вот в эти вот штучки. Вот видите? Вот вон там. Вот аж для этого. Вот. Пошло дело, пошло. Когда останется у нас минута, тогда откроется дверь. Вот аж не, аж не. Опа. Так, сейчас готовиться нужно. Знаете. Опа. Я успею. Я успею, я успею, я успею, я успею. Боже, пожалуйста. Да, я успел. Все. Ой, пацаны. Ой, скачем, когда ты успеваешь. Вот. Вообще имба. Так. Давайте выберем. Слендермена. Хочу за Слендермена поиграть. Но еще не факт, то, что я стану убийцей. Там я же не я все-таки убираю, как будет убийца. Ну так что, да. О, нифига, у него такой же ножик, как и мне. Такого еще ни разу... Ох, мне не было. Так, окей. Понятненько. Погоди, мы на этого оленя можем залезть? Блин, нет. Не просвечивается. Недоработочка, недоработочка. А что? Вот так можно покататься. И-го-го. Прикольно. Карта, кстати, я вам скажу, довольно детализированная. То есть некоторые вот недостатки, вот, допустим, вот, как вот этот вот, вот. Видите, проходим сквозь. Вот это, конечно, что это такое? Нет, я... О, моя, кстати, самая любимая карта – это Счастливая улица. Вот не знаю почему, но у меня самая любимая. Прям вообще так нравится, такая имбовая карта.
если честно. Так, сейчас будем выбирать, кто у нас убийца. Поехали. Так, нет, не я. То есть, возможно, эта качка наша будет последняя. Убийца у нас Чаки. Вот такой вот у нас. Вот, поехали, значит. Поехали. Так, мы оказались в этом доме. Это хорошо, потому что мы могли оказаться в каком-то месте, которое я, ну, очень люблю. И, кстати, у меня 9-й уровень теперь. Это круто. Опа, все, ГГ. Можем все. Омагад, покой, слепро. Боже, где? Нет, ну босс. Или может это не ну босс. Может наоборот он про. О магад. Магад, я боюсь. Магад пока. Магад пока, я боюсь. Он это не надо. Я так сейчас делаю. Я никогда не достану. Это опасно. Это было опасно. Ходи сюда, чел. Кстати, я могу возрождать челиков. И они меня тоже. Но они, мы можем их, и они меня, возрождать только 3 раза. Если мы не успеем их вылечить в определенный срок, то они умрут. Пока враг меня не замечает, я пока их... Я даже его не чувствую. Я даже так сказала. Его там челик его просто водит. Но водил там, не знаю, секунд 15. Кто это такой? Ладно, давай подниму. Я довольно многих, кстати, поднимаю. Да боже. А, я понял. Типа показывается, кто кого я принял. Опа, вообще будет опасно. Если он сейчас зовет на эти кусты, то все, бегу. Иди сюда, ну куда ты пополз? Ой, дурак, все, ему ГГ, мне кажется. По-любому. Ой, да боже, типа, нормально вообще. С кайфом. Закрывайся. Помогает. Я думал, сюда пришел. Надо. Боже мой. Да боже мой, что это пацаны за фигня? О нет.
Вот, походу, и наш конец, пацаны. Ну и боже, ну и что это такое? Ну, короче, пацаны, я думаю, на этом пока я буду заканчивать. Если хотите продолжение, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, на этом я буду заканчивать. Всем удачи и покедова!